Ребят, сделал невероятно простенькую поделку, но невероятно нужную для тех, кто любит делать разнообразные поделки, стреляющие или запускающие самолетики. Нам потребуется, в данном случае мы используем дужку от старого ведра, буквально из мусора взяли и будем его использовать. Можно взять толстую проволоку или даже деревяшку, как на обыкновенную рогатку, но в данном случае используем именно это, потому что реально дужка здесь, просто реально ручка вот эта металлическая на любом ведре дешево стоит и отдельно даже продается. Итак, в среднем мы отмечаем так, чтобы для руки было удобно. Сначала сгибаем пополам и теперь будем разгибать назад. В принципе, у нас уже ручка готова. Данная поделка будет, я неоднократно буду сюда возвращаться, потому что реально она нужна каждому, кто занимается и любит этим делать. Детям вообще шикарная поделочка. Итак, делаем обыкновенную рогатку, но в данном случае из ручки для ведра. Итак, выгибаем в эту сторону, приблизительно получается. В конце нам нужно загнуть в эту сторону. Дети, к сожалению, не смогут, даже взрослый человек, довольно тяжело, потому что в данном случае ручка реально хороший металл оказался, который в упор плохо сгибался, даже прикладывал просто невероятные усилия здесь сюда, да, хорошо сгибается. Итак, выравниваем обратно, у нас получается такая вот, как видите, V-образная обыкновенная рогаточка. Посмотрите, с обеих сторон нужно еще раз выгнуть, чтобы получилась вот такая конструкция. К сожалению, я забыл на камеру нажать кнопку, и она не записала. Теперь мы выгибаем вот эту штуковину, дужечку, в эту сторону. Вторую сторону также выгибаем. Посмотрите, что у нас получается. Рогатка с ручкой, широкая, высокая именно полоса, и вверх загнут вот такой форме. Ничего сложного, буквально делается за несколько минут и буквально бесплатно. Я думаю, старое ведро достать где-то реально просто. Если хотите, даже можно купить отдельно ручечку или толстую проволоку, или обыкновенный кусок деревяшки. Что мы будем делать для данного случая? Используем обыкновенную канцелярскую резиночку, натягиваем с двух сторон и несколько петелек с этой стороны, чтобы оно не соскальзывало. Все, наша рогаточка полностью готова, и можем ее использовать как хотим. Например, для гарпуна, который мы сделали из самой обыкновенной соломинки. Или можно самолетик запускать, да что угодно, там целая куча поделок, которые будут базироваться именно для запуска с данной рогатки катапульты. Ребят, реально очень просто делать. Крайне советую, дети будут в восторге. Удачи!